Ребят, всем привет. Вот буквально тут час назад, наверное, может быть и меньше, согнул болт американский, Град 5, Эдгин. Да вот так его вроде бы, но это уже, конечно, не Эдгин, это другая партия. Вот они, болты полноразмерные, они на 7 дюймов, ну чуть подлиннее, 180 миллиметров шляпкой. Вот я согнул в минимальной защите, замшей, там два кусочка кордуры. И решил не откладывать приятное надолго, попробовать этот болт. Вот он, Град 5. Вот его все характеристики. Каркаран, один гнул. Вот то, что осталось от болта, то, что его делает болтом шляпа и резьба. Ну, намотал пацы, как положено, чопы. Ну, давайте посмотрим. Чем страшен черт? Малюют его. Вот давайте посмотрим. Я покажу еще диаметр. Ну вот он. 7/8, 8 миллиметров. Ну, в общем-то, Батрас, тебе привет. Там мы с тобой только переписывались. Сейчас посмотрим. Увеличение мощи где-то на 40%, на 50% от 180. Но 180 гнулся. Мало того, что в минимальной защите, он гнулся еще и со шляпой. Со шляпой гнуть тяжелее, но вы понимаете, на шляпе переламываются пацы. Там нельзя хорошо намотаться. Смысл, что надо сделать сейчас? Сейчас надо очень мощно перейти в чопах, в пацах. Ну, во-первых, минимальное количество кинков до прямого. И перейти прямой как можно глубже в пацах под дожим. Если это все достаточно успешно пройдет, то, в общем-то, финально можно его и дожать шустро. Итак, болт, Град 5,5. Болт Град 5, это наше обозначение 8,8, длина 140, в диаметре 8 миллиметров. Давайте посмотрим, что может получиться. Не работает, да? А я хотел, значит, смотреть. Значит, смотрим, ребята. Все намотано, все приготовлено. Будем пробовать. Будем посмотреть, что он там из себя. Прошли первый. Подтянем побольше. Мало кому такое удовольствие возникает посмотреть, как гнет в обители болт американский. Два кинка. Три. Ребят, переломил его с очень тупого угла. Невероятно. Ну, надо как бы побольше постараться его подмять. Ну, совсем весело. Даже сейчас. Самое главное, ровненько. Почти 7.
Ну, разочек сейчас еще вложусь в пацах. Еще разочек. И будем в чопах. Все, уже играет здесь. Итак, убираем паца. Семь с половиной. Будем посмотреть, ребят. Ну, 100% зверя видали сильнее на порядок, пацаны. Болт ни о чем. Можно его, там у них, у американцев, один его согнул. Ну вот я им показываю, что я второй. На 5 дюймов я знаю четверых, кто согнет в России. Так что сейчас попробуем зайти. Ну давайте посмотрим, что у нас. Быстро делаю, поэтому 5,5 маленько осталось. Прокручивается еще. Ловится в самом конце. Лбом уперся в кафель. Глянем. Пять и три. Сейчас магнезий хватану. Такой нормальный. Вот недостаток 5 миллиметров, ребят. Сейчас вот этой намажусь. Чуть бы больше прожал бы в пацах. Ну, скорее всего, точно пролетел бы побыстрее. Ну, сейчас посмотрим. Выбило немножко запястье. Крутятся чопы. Вы этого не слышали. Американцы не знают перевода. Наверное, не поймал. Вот на гребаных этих 5,2 встал. Вот на этой мертвая точка, блядь. Она у нержавейки тут же находится. Вот она. Попробуем с другой стороны. Нужна, ребят, абсолютная жесткость. Абсолютная жесткость. В пацах
чопах, ну во всем. Вот тогда будет маленько попроще. Наверное, стоит. Сука. Ну, ВСХР зашел. 5 миллиметров надо было на пасах ловить. Сейчас убиваться не буду. Покажу вам, что осталось. Но... А там, в общем-то, только через перерыв. Вот он, град 5, 5,2. Можно сейчас, кстати, штангеном еще померить. У них там 5,1. Правильно. Ну да. Ну вот штангель. 52 миллиметра. Один не прошел. Ну все. В общем-то, дожму потом его. Все, ребят, давайте. Встречаемся в обители. Берегите себя, побед. Слушайте организм свой.